1240. Да. Дюшка, а можно администратора вашего позвать? Что? Что-то я смотрю, купил у вас, а все просрочено. Так, тут у нас что у нас? Колбаски, чиполетти одни. Колбаса молочная одна. Колбаса докторская 9 штук. Сосиски молочные одни. Колбаса докторская 5 штук. У нас улица Лазо, 14, корпус 2. Здравствуйте. У меня ничего. У вас столько просрочки. В смысле? На, серьезно. Ты не верил. Не верил, нет. Проверьте. До 30. Чем 30? До 30. Там есть и более старые. Там сосисочки на полмесяца. На сколько сумм получилось у вас? 2247 рублей. 5. Так, что там еще осталось у нас? Сосиски отдали? Сосиски отдал, колбаски, чиполетти отдал, все. Все, да? Да. Все. Спасибо вам. Надеюсь, что больше такого не будет. Я тоже надеюсь, найду хоть сотрудников. Ну, кстати, это единственный способ, когда вот в магазинах на третий раз приходишь, и просрочки вообще нет. Вот прям вот. Это лучше, чем штраф, лучше, чем всякая фигня. Ладно, всего вам доброго. Надеюсь, что сотрудников своих вы научите, как делать. Была такая вот научить. Ну, платить надо зарплату, чтобы научить. В первую очередь. Да. А не орать, что пенсионеры хорошо живут и работают. То же самое и работники. А вы пенсионер? Вы хотите, чтобы они на 20 тысяч вам тут все это выгребали? Вы думаете, у них только официальная зарплата там вверху, у Путина 50. А они здесь получают, если 22, то хорошо. Ну, если человек согласен работать за такие деньги. А если, правительство нас загнало в такие эти рамки, а семью надо кормить. Он заявил... Женщина с 5 детьми на пенсию пойдет в 50 лет. А 5 детей женщине надо воспитывать, кормить, одевать, обувать. У меня такой вопрос. Чтобы их поднять. Тогда за кого голосовали 70% у нас? Что толк, что мы голосовали или не голосовали? Если все уже решено. А, ну да. Ну почему-то на Украине, в Армении все решили сами. Пенсионерам в 24 году. Когда сейчас уже жрать пенсионерам нечего. А вы пенсионер? Да. Вот их. А что я сюда пришла? Ну, если Путин вам не помогает, то давайте я вам колбаски. Не надо. Бесплатно дам. Спасибо. Почему не надо? Давайте. Спасибо. Вы себе есть. Сколько вам? Хватит, мне много не надо. Могу еще дать? Нет, спасибо. Хотите? Спасибо. Ну что, если вам государство наше от нашего имени не помогает? 14 тысяч пенсии. Я могу сам вам помочь. Мне 14 тысяч пенсии. Посильнее. У меня 6 тысяч за квартиру надо отдать. От 14 отнимите 6, сколько будет? Сколько? 8 тысяч 8 остается тысяч. На проживание. Надо прожить на месяц. Я могу прожить на месяц? Я думаю, нет. Нет. Вы правильно думаете. Потому что у вас будущее впереди. Вертяну, вряд ли. Вы знаете, как пролетит? Вы не заметите, как оно пролетит. Да тут вряд ли вообще у кого-то есть будущее. Вот. Если ничего не изменится. Если все не осознают то, что они сами ответственны за то, кого да ставят. Да я сейчас согласна наверху. На баррикады идти. Вы только 9 начните. Числа приходите. Вы только начните. 9 числа приходите. Куда? А почему за вас кто должен начинать? Смотрите. Куда? Должны сами. Потому что я уже сделать. В возрасте в том, когда мне надо. Смотрите, 9 числа приходите, прям забивайте в интернет. Митинг 9 числа. Куда? Там на Тверской, что ли, будет. Привет. На Тверскую прям приходите и высказывайте свое недовольство власти. Активно гражданская позиция должна быть. И... До такой степени дожили, что я готова взять вот эту вот Сузуки и пальнуть в депутатов. Вы пенсионеров довели до такого состояния. Да. Представляете? Я его вчера слушала, я готова была расстрелять. Я вообще старался не слушать. Зачем? Я специально это я слышу, понятно, что он скажет. Идиот, ты, тебе, мне нахрен это Сирия, ну, и мне нахрен Украина. 70% делись, мы, я понимаю. Извините, сейчас к дню города какие бабки вкалываем, и тут же этот вкладываем, и тут же говорят, давайте соберем Саше, Маше и там какому-нибудь Максиму по 100 рублей на лечение. Это куда? Это куда? Зато Сирию кормим. И на Украине фашисты. Потому что так проще думать, так проще сделать, чтобы народ так думал.
чтобы типа все да как я... бы. Мне наплевать, что там на Украине. Вы не лезьте вы на эту Украину, вы свою страну поднимите. Правильно. А тем более это Сирия. Пусть они там молятся себе спокойно. Мне такое чувство, что против российского народа, не беру против русского, а против российского, потому что у нас многонациональная страна, да? Геноцид какой-то идет, такой, знаете, скрытый. Я по-другому открытый. Это не могу. Почему сейчас скрытый? Уже открытый, открытый. Да, сейчас уже открытый. Это все уже, давно уже, все понятно. Вот. Спасибо. Ладно, спасибо вам за активную гражданскую вашу позицию. Вот, тут аккуратно, тут пока есть просрочка, но я надеюсь, ее скоро не будет. Вот столько просрочки набрал. А вы знаете, тут акция есть. Вы покупаете просрочку, а вам бесплатно дают свежий товар и возвращают денежки. Так что если найдете, то помогите магазину сделаться лучше. Будем искать. Все. Всего вам доброго. Спасибо вам тоже. Так, женщина, а вы пенсионерка тоже, да? Так, колбасочку да. Возьмите. Собаки. Что собаки? Нет, я имею в виду. Она свежая, почему? Да, спасибо. Да, свеженькая. Спасибо. Мне тут, я просто купил столько просрочки, и мне дали в подарок вот эту корзину. Вот, так что, если вы будете искать ту просрочку, покупать ее, то вам будет в подарок давать свежий продукт. И магазин будет это лучше. Первый раз такой слышу. Раньше пятерочки. Хотите тоже? Да, я даже что-то вообще иногда узнаешь какие-то вещи непонятные даже. Еще хотите? Да, дам, конечно. Я ж не Путин, я ж всем помогаю. Хотите, эту возьмите. Да. Это просроченное, да? Нет, это здесь свежее. Нет, спасибо. Спасибо. Да не за что. Так, ну вот, это мы у нас были в магазине Dixie, дом 14, корпус 2, по улице Лазо, город Москва, в районе Перово. Тут очень много просрочки было, но без проблем все вернули, все отдали. Я надеюсь, то, что администратор там проведет работу с персоналом, и больше там просрочки будет минимум. Счастливо. До свидания. Вот, частично раздал людям просрочку. Вот, сейчас, может, еще кому-нибудь раздам, ну или сам съем. Ну, не просрочку, а в смысле свежий продукт, вот, который дали взамен просрочки. Всего мы набрали у нас на отнимой чек. Короче, 2200 с чем-то рублей там было. Вот, так что ищите просрочку, помогайте людям, делайте нашу страну, да и мир в целом чище и лучше.